Вторжение Путина в Украину привело к росту цен на газ и цен во всем мире. Мы видели это во вчерашних данных по инфляции. Чего люди не знают, так это того, что 70% роста инфляции было следствием роста цен Путина из-за влияния на цены на нефть 70%. Все это полная и абсолютная ложь. А с кем это они пожимают друг другу руки? Мне просто было больно. Там никого нет. Прошло почти 15 месяцев с момента президентства Байдена. Все идет наперекосяк. И я имею в виду все. Я не могу назвать ни одной вещи, которая идет правильно. Тем временем инфляция достигла 40-летнего максимума, и растет стоимость продуктов питания, стоимость каждого товара, который вы покупаете в каждом магазине, сейчас зашкаливает. Затраты на электроэнергию. Вам никогда в истории не платили больше за галлон бензина, а затраты на отопление и охлаждение вашего дома зашкаливают. Вдобавок ко всему, арендная плата сейчас выросла более чем на 17%. Реальные ставки упали на 3%, а зеленая экономика нового курса Байдена теперь является живым кошмаром для вас, американского народа, для всех нас. Но помни, по мнению администрации, историческая инфляция в Америке не имеет ничего общего с подачками Байдена на триллионы долларов. Рекордные затраты на энергоносители не имеют ничего общего с ограничениями Байдена на нефть и газ. Между прочим, во всем плохом, что происходит, виноват Владимир Путин. И как показывают эти графики, это ложь. И, к счастью, американцы могут видеть насквозь полное благополучие.